Друзья мои, добрый день. Веду свой репортаж, острый, можно сказать, из поселка Ильского, из домика у реки. Погода сегодня отличная, солнышко, небо, все красивое, все замечательное. Рекомендую вам оставаться со мной на канале, на моем, и посмотреть мое видео до конца. Вот я сейчас в эту калиточку буду выходить и отправляться дальше. Вот с такой дружной компанией я отправилась на маленькую небольшую прогулочку по поселку Ильскому. Но сейчас это называется поселок, а вообще мы называли раньше станица. Бабушка всегда говорила, поедем в станицу. Это значит в Ильскую. А сейчас это поселок. В общем, мы движемся. Я пока снимать не буду. Пауза. К месту придем, начну съемочку. Вот иду по улице поселка. Двигаемся все вместе. Мы и я как бы обнаружила вот здесь такую детскую площадочку. Вот так вот ребятишки веселятся. Вон какие миленькие собачки. Так детки в поселках и станицах наши развлекаются. Специально оборудована детская площадочка на таком пятачке. Вот я вам немножечко показала. И двигаюсь дальше. Сейчас буду проходить по мостику через такой как бы ручей, а у нас в народе называют ерик, такой вот накладной мостик, чтобы машины проехали. Видите, вот такой вот ручеек здесь протекает через поселок. И вон вдалеке моя сестричка, ее муж и их внученька. И мы двигаемся дальше. Вот, друзья мои, двигаюсь по улицам поселка. Немножко хочу вам показать. Посмотрите, вот какие строятся дома у нас в поселке. В общем-то, хочу заметить вам, что все на улицах культурненько, ухоженно, чистенько. Вот так вот живут сельские жители, кубанцы. Такой вот домик большой кто-то построил. И вот впереди домик тоже, заборчик такой аккуратненький. Красивый все-таки поселочек наш. Он тоже для нас с моей сестричкой как малая родина. Потому что наша бабушка переехала сюда с дедушкой еще в 67-м году. И они здесь прожили долго. Сейчас, конечно, их уже нет. Но поселок этот
остался для нас родным. И сейчас здесь живет моя сестричка со своей семьей. И мама с 2016 года. Маме нашей 85 лет. Она уже старенькая. И сестричка забрала ее к себе. И она живет в ее семье. Вот еще одна детская площадочка в поселке. Она даже, видите, вот огорожена. Тоже детки играют. Мамочка с колясочкой. Вот такие улицы нашего тоже, можно сказать, родного поселка.